«Россия и мир» – тема 4-го Всемирного молодежного форума российских соотечественников. Он состоялся в столице Болгарии в октябре этого года. На масштабное мероприятие в Софию приехали юные лидеры общественных организаций из более чем 60 стран мира. Такие мероприятия, как сегодня, они помогают правде оставаться на поверхности, чтобы мы не забывали свои корни, чтобы фундамент оставался, потому что без фундамента здание рушится. Участники форума единогласно приняли резолюцию, которая подразумевает активизацию работы по распространению русского языка, развитию международных связей, а также по сохранению русской культуры и исторического наследия. Все это не просто слова. Одним из самых ярких моментов форума стало шествие к памятнику советской армии, который находится в самом центре Софии. Молодые соотечественники возложили цветы в память о героях Великой Отечественной войны. Алиса Климонтович, Юлия Глазкова, специально для программы «Соотечественники».